Порядок работы с групповым фотоальбомом. Как разместить в этом фотоальбоме фотографии, которые подготовлены в процессе участия в мастер-классе. Вот эта страничка, групповой фотоальбом, ссылка. Это, чтобы просмотреть, здесь у вас появятся папочки всех наших пользователей. Что мы делаем? Мы открываем на диске. Дальше создаем папку, пишем свою фамилию, создали папочку, заходим внутрь этой папочки и добавляем туда фотографии, которые мы сделали на мастер-классе. Можно выделить несколько. Загрузить и опубликовать. Начать загрузку. И вот пошла загрузка этих фотографий. Нужно подождать, пока они все загрузятся. Вот фотографии загружены. Групповой фотоальбом. Мы закрываем его. Ну а теперь можем посмотреть, как все это у нас выглядит. Мы закрываем диск, хотя можно отсюда смотреть. Вновь мы на этой страничке. Эту страничку может смотреть каждый участник мастер-класса. Переходим в фотоальбом. Теперь у нас появилось две папочки. Это моя папочка, которую создал я для примера, и вот ту, которую мы с вами загрузили. И вот он нам демонстрирует те фотографии, которые получились у нас. И пролистываем. И так далее. Закрываем. То есть таким образом можно просмотреть фотографии всех участников. Сюда можно грузить и анимацию, если вдруг вы загрузили анимацию. Потому что сервисы позволяют создавать и анимированные изображения, ну, используя вашу фотографию. Удачи вам!